машина стоит, нам тоже будет плохо. Не, нормально. Идем загрузить, уже бабки он вроде привезем, тебе сейчас загружать будут. Видишь, пистолет, руку засунул. Ты видел, руку засунул. Подальше, подальше, отъехай сейчас. Выходим! И сразу на землю! На землю сразу! Руки! На землю! На землю! На землю! Сюда пускай! Сюда пускай! Подпустим! Еще есть в машине, смотри! Руки платите! А сделай еще одна! Кто еще? Есть кто еще в машине? Оружие есть? Говорят, что это не он. Вон там сидит. Ну, может, там. Сидит! Вот он. Наверху даже заходил. Еще кто есть в машине? Нет. Фамилия, имя, отчество, как твоя? Еще раз. Громче. Подними голову. Давай, говори. Каджиеву Магомеда Удра. На синяя сумка с надписью «Досмотрено». Утаскиваем сюда я. Авиалинии Дагестана. Вторая сумка с надписью, так, 6, скорее всего, 6. «Досмотрено». Авиалинии Дагестана. Вот они и шады. Да, да, три вот. Все осталось. Ты посмотри, у меня слово. А? Че за ныкать? Ну вот какой ключ от этой машины? Вот этот сумки. Как? Запугал-то. 20-й калибр. Не маленький. Тайга 410, да. Документы у кого, Цайги? Смотрели их, нет? Еще один. Чьи документы? Это мое. Разрешение? Разрешение на травмат. Она это где? Это не мое. Тебе. Патронники, да? Да.
Представьтесь. Фамилия, имя, отчество. У нее же паспорт на дом. Фамилия, имя, отчество. Что здесь делаете? На Москву по делам приехал. По делам приехал. Что в грузовом терминале делали? Ну, мне надо было здесь. Надо было. Кем работаете? Без работы. Что здесь делали в терминале? Что? Приходи, все понятно. Где работаете? Что здесь делаете? Лезь, нормально. Здесь сколько? 10 тысяч? Нет, там здесь 100 тысяч. 10 тысяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 900. Подожди, я что? Забрал, ничего, нам звонит, приезжает, тоже смотрит. Мне надо машину, вехать еще улицу Махра. Да, мы еще здесь. Алло.